В субботу 16 февраля в 5 часов вечера в детско-юношеском центре «Перспективы» состоится показ видеороликов на тему экстремальной езды на велосипедах BMX. Этот вид спорта является олимпийским. В нашем городе он активно развивается уже около 10 лет. В ролики вошли рабочие моменты тренировок, кадры соревнований и необычные трюки. Авторы фильма надеются, что близкое и наглядное знакомство с BMX привлечет внимание молодежи и положит начало развитию экстремального движения в нашем городе. Вход на видеопоказ будет свободным.